Господи, какая Россия, какие парады, какие выборы, боже мой, зачем все это? Все эти сумасшествия, вся эта шизофрения, какие мы великие, какой, боже мой, зачем эти... Как все это далеко от человека? Как хочется раствориться в этой красоте. А сейчас надо возвращаться через, ну, слава богу, не сразу, через какое-то количество дней. И там опять эти борются за власть, эти воруют, злые все на улице ходят. Этот так называемый православный народ, который друг друга все ненавидит, начиная с подъезда и со двора и кончая от провинции, которая ненавидит Москву. Почему нельзя жить просто, вот так, в красоте? Чтобы было море, чтобы были цветы, воздух, песни. Все-таки, как же был прав Дзеффирелли, что он здесь выбрал виллу?